Рагу из тыквы получается очень вкусное. Состав: тыква, капуста, я брал брокколи, сладкий перец, лук, морковь, растительное масло. Последовательность очень простая. Масло на сковороду раскаленную. Можно масло налить потом, сковороду нагреть. Лук, после этого мелко нарезанную морковь. Сначала прожарить лук, потом морковь. Немножечко прожарить, а потом все остальное добавить вместе. Перемешать, добавить специи. 40-50 минут. Вещь. Очень вкусно. Удивительно вкусное блюдо получается. Сладковатое. Бесподобно вкусное. Рекомендую. Забыл добавить. Тушим с накрытой крышкой. Минут через 10 перемешиваем. Вот. Ну, очень, действительно, очень вкусно получается.